Следующая героиня – это одна из моих любимых актрис наших, ну, советских еще. Это Анастасия Вертинская. А я ее сделал для выставки в Краснодаре. И там ее быстренько купили, пока вот сейчас ей шьют шубку. Как шубку и сошьют, отправлю заказчице. Это был фильм «Безымянная звезда». Я ее не сделал прямо в том костюме, в котором она была в фильме. Просто сделал пеньюар утренний. Как будто вот она встала утром, прикинула пеньюарчик такой после ванны. На выставку ставлю. Ой, Гурченко! Я говорю, какая Гурченко? Где вы увидели Гурченко? А она в таком вот была пеньюарчике. Я не видел, например, Гурченко в таком пеньюаре. Когда начинают рассматривать уже лицо, да, уже там узнают. Но когда делаешь именно вот в каком-то образе, можно даже не стараться делать лицо. Сделал костюм, все. В общем, она такая дама, которая привыкла принимать ванну 36,6 градусов. Ну и понятно, что вода была такая, не горячая, не холодная. Ну и так далее. Вот поэтому такая. Сигаретку надо еще, и тогда вообще будет полный образ. Где-то сигаретки валяются, сейчас ничего не найду.